Фармадол – таблетки від головного болю. Голос країни смотрять всі казахстанці, всі сидять до глибокої ночі і ждуть ефір. Всем привет! Меня зовут Сауле Жумабекова. Я из красивейшего города Алматы. Мне 24 года, и это моя первая история на голосе Украины. С детства пою и всегда мечтала о большой сцене. А в октябре я впервые сделала себе карту желаний. Приклеила себя и Тину Карель. Я стою на сцене «Голоса Украины». Пела песню Тины Карель «Я все еще люблю». И ко мне повернулись кресла. Казахстан! Вы, наверное, знакомы с нашим другом из прошлого сезона Ерланом. Конечно, знакомы, да. Ну, как он там? Он стал там звездой? Да. Я думаю, вы ждете такого же результата. Конечно, да. Я очень верю, что мечты сбываются. Поэтому я сейчас выйду и выложусь на 1000%. Здравствуйте. Вы очень красиво, трогательно пели, волнительно пели, разволновались, но ваш финал был потрясающий. Я, безусловно, благодарю вас за выбор этой песни. Это крайне сложная песня для меня. Это самая сложная страница в моей жизни. Дай Бог, чтоб крайне. Почему вы выбрали ее? Я очень восхищаюсь вами, вашим творчеством. Пересмотрела все ваши концерты, все ваши выступления. Я прочувствовала вашу боль, когда пела эту песню. Меня зовут Тина. А тебя? Сауле. Откуда ты? Я из города Алматы, Казахстан. Сколько тебе лет? Мне 24 года. Ты красавец. Смотри, к тебе повернулся самый желанный мужчина нашей страны, Олег Винник. С
Спасибо вам большое. Олег впервые в тренерском кресле. И Олег будет тоже биться за тебя. А можно я спою перед тем, как он будет биться за тебя с тобой? Тина, мы просим. Просто ты настолько как-то коснулась сейчас сердца. И если я не спою, я начну потом просто рыдать. А лучше я спою. Спасибо большое. Спасибо. Ты начинаешь. Знай, не наговориться с тишиной мне, и не буду жить я, как захочется. Что ж, боги нам напророчили, мне не надо шататься одиночеством. Я все еще люблю, люблю как первый раз, и за любовь. Тиночку, Тиночку. Спасибо. Потрясающе. Слушай, это просто... Хотела сказать еще, я плачу. Так, давай, я знаю. Часто вытирают люди, что Дантес, не? Дантес, привет. Ти класний пацан. Дуже класний. Тіно. У тебе класна дівчинка. Тіно. Але така серйозна. Ну що ти зробила? Це просто... Це космос. Цей дует був неймовірний. Для мене честь бути тут поруч. Дякую. Спасибо за эти слова, дорогая. Красиво, девочка моя. Красиво. Тін, дякую тобі за цю пісню. Бомбастична дівчина з бомбастичним таким чуттєвим голосом. Це було найчуттєвіше виконання. І дякую. Я знаю точно, що ви живете тіненими піснями і тіною взагалі. Але я дуже-дуже хочу попрацювати, і я буду намагатися не підвести, якщо ви згодні. Сложно сейчас на таких эмоциях устраивать батл, типа, мне конкретно. Я бы хотела, чтобы вы сейчас подумали о своей карьере, а не о том, кого вы любите из артистов, а подумали о себе. Выбирайте. Спасибо, что повернулись ко мне. Я очень-очень счастлива, как будто... Я в сказку попала. Все еще не могу поверить, что я здесь, что я стою на этой сцене и спела перед вами. Для меня это большая честь. Я очень-очень счастлива. И мне надо многому научиться именно у Тины. Спасибо тебе большое. Это какая-то верность, преданность. Спасибо вам большое. Я не подведу вас. Когда вот так вот говорят про песни, про все, это же ответственность огромная. Спасибо большое. Спасибо. До встречи, моя любимая, дорогая. Спасибо большое. Спасибо огромное. Димочка, спасибо. Спасибо. Было потрясающе. Спасибо. Спасибо. Спасибо, друзья. Жизнь продолжается.
Браво! Свою самую любимую певицу Тину Карель. Это волшебство. Я тебя поздравляю. Слухайте, стільки особистостей в цьому сезоні. В мене семеро, вони прийшли, щоб сьогодні здивувати Україну, це покоління сьогодення. Так, так. Неймовірно. Важливий тільки голос. Сильний, проникливий, вражаючий. Дивись ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео. Дивись «Голос країни» ексклюзивно щонеділі о 21-й. В ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео.